Виталий Швагдин принципиально не платит за мусор. Долг уже около 1000 рублей. И так сегодня поступают многие жители Вершины Тёи. Пенсионер говорит, такое право дал им президент, заявив, люди могут не платить, если услуга не оказывается. А это, по мнению Виталия Леонидовича, налицо. По словам местных жителей, с 2014 года мусор из Тёи вывозят вот сюда, за километр от поселка, рядом с бывшими очистными. С приходом регионального оператора «Аэросити» ничего не изменилось. Отходы по-прежнему вывозят на вот эту несанкционированную свалку, но при этом деньги с людей берут как за вывоз мусора на полигон «Аскиза». Реформе уже год, но все изменения лишь в платежках. Было 13 рублей с человека, сейчас 90. Возмущает то, что дошло уже до... У меня жена похоронена здесь. Зайдешь на кладбище, а там вот так вот тут собираешь вот это вот все. Ну и обещали вывезти. Лето прошло даже и никто ничего. Сейчас за год, за зиму опять вот навозят. А летом опять, может быть, в августе приедут, там два воза увезут. Вот, смотрите, это подъехали сами, везут мусор, мешки вот вываливаются. А куда еще, если у нас карьер закрыли, раньше туда вываливали мусор, то есть сейчас вот сюда вывозим. Нет, у нас не вывозят в доме. Вас что возмущает? Что? Ну, что мы сами ездим, мусор вываливаем, что здесь, а тут свалка, фиг его знает, что делать. И платы большие какие-то. В поселке нет контейнеров. Трижды в неделю мусор собирает грузовик, причем открытый. Содержимое разлетается по поселку. Вот на свалку приехал еще один житель. Кстати, видно отношение и самих людей к чистоте. Тем временем мусор копится, разлетается по округе, привлекает диких зверей, в том числе медведей. В Аэросити утверждают, свалка у поселка легальная. Это место временного складирования, которое отвел постсовет. В прошлом году рекоператор дважды вывозил отходы на полигон в Аскиз за 90 километров. Следующую партию повезут весной, когда сойдет снег. Работать убыточно, отдаленное таежное село, никакой инфраструктуры, платят лишь 20% населения. Когда люди говорят, стало дороже. Во-первых, стоимость захоронения на полигоне села Аскиз стоит 214 рублей за кубический метр. Если 2 года назад... Захоронение вообще не стоило, потому что они где-то в карьере размещали. Это было там бесплатно, там полузаконно и так далее. Сейчас мы исполняем законодательство. С открытым грузовиком обещали разобраться. Это нарушение. Рекоператор считает, многое в поселке должен делать муниципалитет. Подготовить временную свалку, площадки под контейнеры. Но постсовет нищий. Второй месяц заблокированы счета. Глава заплатила за электричество из своего кармана, чтобы машина, не отключили. Сейчас прокуратура через суд пытается обязать постсовет поставить контейнеры, но средства взять неоткуда. К тому же контейнеры для Тёи не вариант. Выпадает столько снега, что их сразу засыпет доверху. У нас еще и другая проблема с Аэросити. Сейчас они в зимний период Аэросити 2000 не вывозит мусор, а чтобы была возможность вывалить этот мусор, то есть толкаем, складируем, буртуем, то есть собираем его в кучи. Вот этого администрация как раз делать и не должна. То есть кто-то собирает денежные средства с населения, а администрация должна обслуживать вот этот полигон. Вот полное безобразие. Так что с 1 февраля постсовет отказывается очищать площадку и готов к новым судам и обращению в прокуратуру. Рекоператор заявляет, что в любой момент готов уйти. Люди платить не хотят. На следующей неделе руководство Аэросити собирается в поселок. Телекомпания РТС продолжит следить за развитием ситуации. Ольга Барловская, Руслан Шалгынов, РТС.